Детская летняя площадка при Доме культуры на хуторе Заря называлась в этом году «Радостно и солнечно радуга». По сценарию организаторов ведущим заключительной программы стало лето красное. Оно пришло попрощаться с ребятами до следующих каникул. Но сначала был праздник. Самым активным участникам площадок, лучшим певцам, танцорам, художникам вручены благодарности от Домов культуры села Гэкадзор, хуторов «Рассвет» и «Заря». На прощание – дефиле юных артистов, которые исполняли роли не только на этом празднике – мушкетеров, фей, шамаханских цариц. И необычный конкурс «Мисс». Нужно быть не только красивой, чтобы победить, но и делать необычные вещи своими руками. Например, костюм из утиль-сырья, а именно из пластиковых бутылок и полиэтиленовых пакетов. Фантазия и труд сотворили не меньше, чем цветочную поляну и голубую лагуну. Праздник попытались расстроить злые силы, черные вороны, разбойники, кикиморы. Но в заключение они перевоспитались и вместе с добрыми водили хоровод. Много истин усвоили ребята за это лето. Научились быть добрыми и дружными. Максимум спорта и максимум смеха! Так мы быстрее добьемся успеха! Дружно и весело все отдыхают и на полянке друзей собирают! Лариса Басова, Артем Зибаров, Анапа регион.